Политическая партия «Народная власть», основанная и возглавляемая бывшим в РИО примара Кишинева Русланом Кодряну, была официально зарегистрирована Центральной избирательной комиссией в качестве конкурента на выборах 11 июля. В списке партии 57 кандидатов на должность депутата парламента. Центризбирком также зарегистрировал символ политической партии. Ее лидер Руслан Кодряну возглавляет избирательный список политформирования. Вторым идет педиатр Михай Стратулат. Руслан Кодряну ранее был членом Европейской народной партии Республики Молдова. В 2019 году он хотел баллотироваться на местных выборах в Кишиневе на должность примара, но ЦИК отказался регистрировать его после признания недействительными 1200 подписей.